Ну так, а что делать, если мне, предположим, нравится девушка, не знаю, не сталкивался с таким, а ей нравится совершенно другое? Понятно, не стоит расстраиваться, если ты не нравишься какой-то девушке. Ну, потому что, скорее всего, дело не в тебе, а снаружи тебя. Ну, к примеру, твоя внешность. Ну, скорее всего. Да, наверное, ты прав, я страшно недостоин любви. Ни в коем случае не нужно так думать, нужно это знать.